Хотя изначально идея курса была в подготовке к сертификации по RHCSA, но еще до первой темы я решил, что если уж делать курс простыми темами, то лучше сразу делать его для начинающих и затрагивать все основы работы с GNU Linux. Ну а подготовка к экзамену осталась как путеводитель, как доказательство того, что этот курс привел нас к каким-то ощутимым результатам. И что теперь у нас хватает знаний для получения сертификата, признанного во всем мире, показывающего, что мы можем администрировать Red Hat Enterprise Linux. Этих знаний хватит для начала работы младшим специалистом, и они дадут фундамент для дальнейшего роста. Но на данном этапе курс не закончится, я буду продолжать добавлять в него новые темы. Но и не думаю, что в принципе хоть как-то можно завершить курс, потому что тема основ бесконечная. Давайте лучше поговорим про сертификацию. Один из часто задаваемых вопросов – нужна ли мне сертификация? Что она мне даст? Суть не в том, что вы пойдете и сдадите экзамен. Вы можете этого и не делать. Это не так важно. Главное – подготовка к нему, получение знаний. Когда вы не знаете какую-то тему, скажем, как администрировать Linux, вам очень сложно понять, а что именно нужно изучать и какой уровень знаний считается достаточным и общепринятым. И вот крупнейшая компания дает перечень тем, которые считает необходимыми для понимания. На самом деле, этот список можно оспорить. Каких-то тем не хватает, какие-то темы можно выкинуть, но в целом указаны почти все важные темы для уровня младшего специалиста. Что дает вам сертификация? Понимание, в каком направлении двигаться. Экзамен – лишь доказательство того, что вы этот путь прошли. Но вам не обязательно кому-то что-то доказывать. Экзамен стоит немало денег, несколько сотен долларов. Некоторые компании оплачивают экзамены за сотрудников. Поэтому мой совет, если у вас нет работы, не нужно тратиться на сам экзамен. Экзамен даст вам бумажку, возможно, это чуть улучшит ваше резюме, но это далеко не решающий фактор, и адекватный работодатель будет оценивать по уровню знаний, а не по бумажкам. А вот если вы работаете, если компания готова оплатить вам экзамен, это да, стоит его сдать. Вам это обойдется бесплатно, а ваш работодатель может чуть поднять вам зарплату. Ну или по крайней мере ваше CV станет чуточку лучше. Другой вопрос. А для кого предназначена сертификация? Кому стоит идти и сдавать экзамен? В идеале для младших Linux-администраторов, которые отработали год, набрались знаний, практики и решили их доказать. А также для тех, кто раньше работал с Windows-администратором, а потом решил изучить администрирование Linux-ов. В общем, для людей, у которых есть небольшой опыт за плечами. Но я нередко вижу, что на экзамен идут люди, которые только хотят устроиться на свою первую работу. Мол, сертификат поможет с устройством на работу. Что из себя представляет экзамен? Экзамен практический, то есть вам дадут компьютер и задание. Все будет на английском, поэтому нужно уметь читать и понимать задания. У вас не будет интернета, но будет системная документация, то есть MAN будет работать. Какого рода будут задания, нельзя разглашать, но все темы есть на сайте. Вы можете выполнять задания любыми способами, хоть через терминал, хоть через графический интерфейс, хоть через веб. По итогу, всякие скрипты проверят именно результат. И самое главное, проверка будет после перезагрузки. То есть ваша система после всего должна запуститься, и ваши изменения должны в ней остаться. Экзамен длится 3 часа, но времени хватает впритык. Скажем, если вы уверенно будете делать без всяких затыков все задания, у вас останется максимум минут 30-40. Естественно, не все будет гладко, поэтому это лишнее время вам пригодится. Максимальный балл 300, а проходной 210. То есть где-то пару заданий вы можете не выполнить, но старайтесь делать все, мало ли где-то будут ошибки. Какие советы по экзамену? Во-первых, когда вам дадут задания, прочтите их все и суммируйте для себя. Некоторые задания могут быть связаны с другими, и если вы тупо будете делать их по порядку, то в какой-то момент вам придется все переделывать, а на это нет времени. Во-вторых, начните с тем, которые могут повлиять на запуск системы. Скажем, работа с дисками и файловыми системами. Если вы все испортите в начале, будет время все исправить. Если же вы все испортите, сделав половину заданий, у вас не хватит времени все восстановить. В-третьих, периодически, раз в пару заданий, перезагружайте систему для проверки и убеждайтесь, что есть результат выполненных заданий. Да, это отнимает время, но будет легче понять,
и сразу исправить ошибку. Ну и самое главное, не нервничайте. После экзамена никто вас не побьет, никто ничего плохого с вами не сделает. Максимум вы потеряете деньги, а это печально. Лучше замените волнение и переживания на печаль по деньгам. Так будет проще сконцентрироваться на заданиях и быть более сосредоточенным. Где сдавать экзамен? Сейчас есть два варианта сдать – офлайн и онлайн. Офлайн проводится у партнеров компании Red Hat в разных городах и разных компаниях. Поэтому просто наберите в Google RHCSA и ваш город. Там же можно найти или спросить цены. Обычно перед датами экзамена эти компании также проводят быстрые тренинги по подготовке к экзамену. Обычно это занимает неделю или две на полный рабочий день. То есть некоторые компании оплачивают сотрудникам подобные курсы. Эти курсы не гарантия, что вы сдадите экзамен. Но если у вас есть опыт и знания, курсы помогут вам закрыть пробелы перед экзаменом. Онлайн-экзамен можно заказать на официальном сайте Red Hat. Он дороже, но вы сдаете его дома. Там есть процедура, что нужно подготовить комнату, загрузочную флешку и прочее. Весь экзамен за вами будут следить с камеры. На мой взгляд, лучше сдавать офлайн, потому что всякие обрывы в сети и нестабильное соединение могут сильно подпортить вам нервы. А если вы будете сдавать очно, то за работу всего отвечает компания-организатор. И даже если что-то пойдет не так, отвечать будет организатор. А как готовиться к экзамену? Твоего курса хватит для сдачи? Да, я изначально поставил себе цель сделать полный курс, которого хватит для сдачи экзамена. Сейчас в нем не хватает практических заданий и лабораторных, но я над этим работаю. По ссылке вы можете увидеть, какие темы экзамена в каких уроках разобраны. Но я советую посмотреть весь курс для полного понимания. Если вы посмотрите весь курс, ответите на все вопросы, сделайте задания и лабораторные, то этого хватит. Для начинающих я бы посоветовал параллельно смотреть какой-то другой курс, потому что где-то вы можете не так меня понять, что я имею в виду. А обрабатывая информацию с нескольких источников, вы ее лучше усваиваете. В любом случае, вы можете задавать вопросы в Telegram-группе. Но есть пара тем, которые остались в сторонке. Это пара простых команд, которые я разберу прямо сейчас. Если вы не смотрели курс, то можете пропустить эту часть. Как правильно выключать компьютер? Есть пара команд – Shutdown Now или Power Off. Может, где-то на старых Unix-овых системах эти команды делали разные вещи, но в современных системах, по крайней мере там, где SystemD, они делают одно и то же и являются просто символическими ссылками на SystemCTL. Также для выключения можно использовать сам SystemCTL. На самом же деле выполняется команда Isolate Power Off Target. Мы с вами и SystemD, и Target проходили, поэтому не буду на этом акцентировать внимание. Ну, в общем, можно использовать любую из команд. То же самое касается перезагрузки. Есть команда Reboot, которая на самом деле является символической ссылкой на SystemCTL. Можно дать перезагрузку через SystemCTL, а на самом деле выполняется Reboot Target. Теперь про перезагрузку системы в разные таргеты вручную. Тут нужно редактировать grub, мы это уже умеем. Просто в строке ядра надо прописать опцию systemd unit с нужным таргетом. Например, multi-user target или rescue target. После чего надо нажать Ctrl-X. Система так загрузится только раз, а после перезагрузки будет как раньше. Как менять таргет навсегда, мы разбирали в 34-й теме. Ну и последнее, утилита star. Это такой же архиватор, как и tar, только чуть быстрее и есть дополнительный функционал. Для начала установим ее. Синтаксис похож на тот же tar, разве что ключи слитно не работают. Насколько я понимаю, раньше tar не мог работать с clinux, то есть при архивации не сохранялся контекст файлов. Этот функционал был в star, поэтому Red Hat требовали знания этой утилиты. Но, честно говоря, синтаксис для сохранения контекста довольно мудренный. Сейчас же tar может поддерживать сохранение контекста, и в нем это сделано попроще. Просто добавляем опцию clinux при архивации и разархивации. Ну и больше примеров использования star вы можете найти в документации. Я не буду вдаваться в подробности этой утилиты, потому что она довольно специфична. И я ни разу не встречал практического применения. Просто показал, потому что она прописана в темах экзамена. Если вы собираетесь сдавать экзамен, удачи вам! Будет интересно послушать комментарии тех, кто уже сдал, да и в целом любые комментарии. Пишите, что думаете о курсе, что вам нравится, что не нравится, вопросы и советы другим.
На этом тему подготовки к сертификации можно считать закрытой.